Вчера вечером мы говорили о радости, которую несут нам Архангел Гавриил и Надежда. Сегодня мы продолжим тему радости в контексте фиолетового пламени. Фиолетовое пламя является пламенем седьмого луча, луча века Водолея, и соответствует чакре души. Давайте посмотрим на изображение человека с чакрами, стоящего в фиолетовом пламени. Эта картина станет изображать вас, если вы будете ежедневно призывать фиолетовое пламя. Даже если это будет всего 15 минут, которые вы уделите в сутки для призывов к фиолетовому пламени, то почувствуете изменения. Вы почувствуете легкость. Вы познаете вечную молодость, которой обладал Сен-Жермен, бывший чудо-человеком Европы. Сен-Жермен принес фиолетовое пламя в Америку. Он использовал его, чтобы основать эту страну, вдохновить написание Декларации независимости, нашей Конституции, и объединить 13 колоний, покровительствуя Джорджу Вашингтону. Итак, мы видим, что основы для века Водолея заложены здесь, в Америке. И именно здесь Сен-Жермен, богиня свободы и богиня независимости, полны решимости развернуть знамя древних колен Израилевых в 13 колониях. Эти 13 представляют 12 колен и 13-е. Это последнее колено Христа. Итак, век Водолея начался. Мы видели его предзнаменование не только в системе управления в нашей стране, которую покровительствует Сен-Жермен, но и в науке и технологии, которые он даровал из своего великого каузального тела владыки века Водолея. Итак, мы говорим, что это век свободы, алхимии, трансмутации, прощения и справедливости, ибо испытали это на собственном историческом опыте. Мы также видели, что каждый народ на земле дрожит пламенем свободы и символом богини свободы, чья статуя стоит в Нью-Йоркской гавани. Вне зависимости от того, через что прошла наша страна и что представляет собой сегодня, на земле все еще есть люди, готовые напасть на Америку, потому что хотят добраться до этого пламени свободы. И это пламя свободы, дамы и господа, является фиолетовым трансмутирующим пламенем. Вот в чем наша свобода. Пламя свободы — это также трехлепестковое пламя, что горит в ваших сердцах. И посему мы радуемся сегодня, в субботу, ибо в этот день фиолетовое пламя наиболее сильно проявлено на планете. Это день седьмого луча. И мы собрались здесь, чтобы отпраздновать его, наслаждаться пламенем, призывать его и направлять во все сложные ситуации на Земле. Возлюбленная святая аметиста является божественным дополнением архангела Заткиила. Их работа связана с чакрой души. Чакра души — это та точка в вас, где вам надлежит пребывать в мире с Богом, разрешить психологические проблемы, достичь целостности души, чтобы она могла обрести связь со своим Господом и Спасителем, святым Я Христа. Чакра души имеет 6 лепестков. В каузальном теле, изображенном на схеме за мной, сфера фиолетового пламени 4-я по счету. Вы видите это кольцо между розовым и лиловым. Чакра души называется Сватхистаной. Именно она — чакра фиолетового пламени. И именно в этой чакре обитает душа. Ей назначено подняться вверх по спиральной лестнице в тайную обитель сердца. Сердце — это место пребывания святого Я Христа и чаша величайшего света в вашем храме, если вы позволите ей быть таковой. Чакра души расположена между солнечным сплетением и чакрой основания позвоночника. В ней хранятся записи многочисленных слоев кармы. И поэтому, чтобы достичь уровня личного христобытия и единения с Христом, вам нужно сбалансировать эту карму. Сен-Жермен пришел к нам с даром фиолетового пламени. Призывая его, мы сможем сбалансировать карму, достичь единения с Высшим Я и нести максимальную пользу людям на земле, ибо несем фиолетовое пламя. To everyone on earth, because we carry the violet flame. Я хочу поговорить с вами об Архангеле и Архее фиолетового пламени и седьмого луча. Имя Архангела — Заткиил.
Задкиил значит «праведность Бога». Слово «праведность» означает правильное использование закона. Задкиил учит правильному использованию законов Бога на седьмом луче свободы, справедливости, алхимии и трансмутации. Задкиила знают как ангела добросердечия, милосердия и памяти. Семь архангелов, о которых я рассказываю вам во время этого семинара, имеют древние традиции. Вы можете прочитать о них во многих древних текстах и книгах об ангелах. Это не ангелы, а мы появились относительно недавно. Ангелы же были здесь сотни тысяч лет. Зохар описывает Задкиила как одного из военачальников, помогающего архангелу Михаилу и сражающегося вместе с ним. Согласно некоторым традициям, он был ангелом, который удержал руку Авраама, когда тот был готов принести в жертву своего сына Исаака. Давайте посмотрим на то, как описывают Задкиила в традиции иудейского мистицизма. В одной из систем Каббалы говорится, что Задкиил воплощает четвертую сферу, хесед. Это любовь, сострадание, милосердие и прощение. Как я уже говорил в прошлых лекциях во время этого семинара, на земле до сих пор идет война между ангелами Бога и падшими ангелами, которые были изгнаны с небес на землю во время великой битвы с Люцифером. Имя самозванца от лжеиерархии, выдающего себя на земле за Задкиила, Гамчикот, что означает «искривленный» или «кривой», то есть тот, кто в стороне от закона. Таких нельзя назвать праведными или добродетельными. Архидьявол, противостоящий Задкиилу, Аштарот. Аштарот, что означает «стаи», «толпы», «собрания». Искажение закона Бога на седьмом луче проявляется как искажение божественной музыки на земле. Итак, соединив понятие «искривленный», «кривой» применительно к лжеиспользованию закона музыки и «стаи», «толпы», «собрания», мы получаем то, что происходит на больших концертах рок-музыки, где во время исполнения часто царит хаос, а священный огонь опускается по позвоночному столбу, и чакры опустошаются, теряя свет. Существует сатанинский рок и разные формы смертоносного рока, где через слова песен в подсознание закладываются идеи самоубийства и саморазрушения. В музыке заключена сила Бога, использующаяся при творении. Когда вместо истинной музыки Элохим Бога мы имеем ее искажение, то такая музыка и ее ритм могут использоваться для разрушения души и тела, для разрушения континентов и их затопления. Именно лжеиспользование звука подготовило почву для затопления континентов Атлантиды и Лемурии, и карма человечества была весьма тяжелой. Так что давайте не будем думать, что рок-музыка — это что-то невинное и безвредное. Это вовсе не так. И мы видим озлобленное поколение, полное решимости использовать рок-музыку, чтобы утянуть наших детей вниз по спиральной лестнице, вместо того, чтобы вести их вверх. Божественное дополнение Задкиила, святая аметиста, была одним из ангелов, служивших Иисусу в Гефсиманском саду. Иисус дал очень волнующую диктовку через моего мужа, Марка Профита, где рассказал о том, как впервые увидел божественное дополнение Задкиила, святую аметисту, и как она служила ему во время его агонии. Мы знаем, что при жизни Иисус обучал работе с фиолетовым пламенем своего ближайшего ученика Иоанна Возлюбленного. До 20 века фиолетовое пламя не было широко известно. Но теперь, когда оно стало известно, мы можем нести эти учения всему миру, чтобы каждый мог использовать его. Придя домой, вы можете сесть, взять книгу и научиться призывать фиолетовое пламя, которое навсегда преобразит вас и вашу душу. Священная обитель Задкиила называется «Храм очищения».
Как я говорила ранее, архангелы и другие небесные существа имеют священные обители в небесном мире. У них есть университеты Духа. Некоторые из вас оказались здесь сегодня, потому что проходили там обучение во время ночного сна. Это ваши ангелы взяли вас в октавы света и золотые города света. Там вы обучались и узнали об утерянных учениях Иисуса, Гаутамы и других великих аватаров. Каким-то чудесным образом вы нашли сюда дорогу и пришли в это место, чтобы изучать теперь внешним умом, при полностью бодрствующем сознании, то, что изучали во время сна ночью. Радостно приветствовать вас здесь, ибо каждый из вас носит Христа в своем сердце. Вы – носители Христа, и ваше Высшее Я является тем бессмертным светом Единородного Сына Бога. У каждого из нас есть эта искра. Мы знаем, что Иисус Христос – Спаситель мира. Знаете ли вы, что Христос в вас является частью и Его Христобытия, и что через Него вы также можете помочь привести души домой к Богу? И потому одно Христовое существо среди нас, один помазанный, ибо таково значение слова «Христос», может стать тем, кто спасет планету Земля. Ведь именно Христос в нас является Спасителем, а не мы сами в человеческом смысле слова. Вот почему так радостно идти вперед и чувствовать, как загораются сердца и возвращается утерянная память. Память о том, что давным-давно и вы могли посещать храм Заткиилы и Святой Аметисты, когда тот был в физической октаве, в месте, где сейчас расположена Куба. Сейчас этот храм есть только в эфирной октаве, но вы, несомненно, посещали это место, когда воплощались на Атлантиде. Заткиил и Святая Аметиста, а также их ангелы очищения и радости, находятся здесь только с одной целью — укрепить индивидуальную свободу наряду с индивидуальной ответственностью. Заткиил сказал: «Свобода в высшем смысле слова означает доступ к резервуарам света, к разуму Бога. Когда вы действительно свободны, ибо взяли на себя ответственность за свои действия, мысли, чувства и за всю жизнь, тогда Бог дарует вам доступ к высшим планам и резервуарам света, которые вы можете использовать для служения человечеству». Когда вы обладаете всей полнотой Бога свободы, нет ничего недоступного для вас в космосе или в Боге. Заткиил сказал, что ключом к обретению такой свободы является фиолетовое трансмутирующее пламя. Что такое фиолетовое пламя и как оно работает? Вот слова Сен-Жермена. Фиолетовое пламя – пламя физическое. Из всех лучей фиолетовое пламя наиболее близко по своему вибрационному действию к химическим элементам и соединениям на Земле. Поэтому фиолетовое пламя может сочетаться с любым атомом и молекулой, любой частицей материи, электроном или световой волной. Вот что сказал Эль Мори о принципе работы фиолетового пламени. Точно так же, как солнечный свет, проходя через призму, преломляется в радугу из семи цветных лучей, так и в сознании Святого Духа свет Христа преломляется для использования человечеством на планах материи. Каждый из семи лучей также является концентрированной действенной силой света Бога, обладающей определенным цветом и частотой. Применение фиолетового пламени приводит к особому действию качества Христа в теле, душе, уме и сердце. Когда, действуя по своей свободной воле, вы призываете фиолетовое пламя и помещаете в него нежелательные, неблагоприятные состояния, огонь мгновенно начинает растворять частицы субстанции, составляющие массу, накопленные за сотни и даже тысячи воплощений, в которых вы по неведению допустили, посредством своего сознания, своего внимания, мыслей, чувств, слов и действий, регистрацию всех состояний деградации, унаследованных человеческой расой, и вы носите этот человеческий разлад, накопленный за тысячи воплощений. В итоге мы ходим, не осознавая, сколь тяжелы наши тела под гнетом груза нашего человеческого состояния сознания, и насколько мы могли бы быть легче и жить дольше, если бы использовали фиолетовое трансмутирующее пламя.
Эль-Мория продолжает. Выбросы плотского ума, гневные мысли и чувства заполнили обширные пространства между электронами и ядрами атомов. Хотите верьте, хотите нет, но когда вы лжеиспользуете энергию Бога, текущую к вам по кристальной струне, то этот изначально кристально чистый поток Божьего света становится твердым, твердым как бетон или липким как патока. Это может вызвать умственную строптивость, сердечную черствость и равнодушие к нуждам других, и создает плотную массу, которая препятствует получению душой утонченных даров Святого Духа. День за днем вы ускоряетесь, возносясь все выше к планам сознания вашего «Я Христа», по мере того, как используете очищающие действия фиолетового пламени. Даже стены вашего ментального тела отмываются дочисто. Представьте, что ваше тело желаний вместе со всеми неконтролируемыми чувствами погружает в концентрированный химический раствор фиолетовой жидкости. Каждый день, всеми способами, фиолетовое пламя промывает и обновляет клетки вашего ума и тела, растворяя все вещества, загрязняющие их. Посмотрите на схему. Вы видите три разных плана сознания. Верхняя фигура на схеме – высшее существо. «Я есть то, что я есть». Присутствие Бога с вами, всемогущего, всезнающего, вселюбящего Бога, Бога Отца Матери. Центральная фигура – посредник между Богом и человеком, которого мы называем «высшим Я» или «святым Я Христа». Вы же – нижняя фигура на схеме. Когда вы представляете фиолетовое пламя вокруг себя, оно не появляется там автоматически, так как родным местом для фиолетового пламени является эфирная октава, то есть небесный мир. Фиолетовое пламя не придет в наш плотный мир, если только мы не притянем его вниз, используя чакру горла и утверждая фиолетовое пламя и его действие там, где мы есть. Итак, если вы хотите наращивать моментум фиолетового пламени внутри вашего столба света, чтобы оно всегда окружало вас, то вам нужно ежедневно призывать его, пока не достигнете такого моментума, что никогда не окажетесь без фиолетового пламени. Нас учили, что свет постоянно стремится на родной ему уровень, уровень октав совершенства. Итак, нам следует продолжать призывать это пламя, иначе оно естественным образом притянется назад к своему источнику, а его источник — на уровне Христа или уровне «Я есть присутствие». Если вы разовьете привычку часто призывать фиолетовое пламя, то обретете определенный моментум. Но если вы слишком долго не будете призывать его, то слой его вокруг вас будет все больше и больше утончаться, вне зависимости от того, как долго вы идете по стезе. Если вы не применяете закон, он перестает работать для вас. Иногда мы думаем, что маленькие проблемы недостаточно важны, чтобы о них молиться, а большие проблемы столь велики, что практически неразрешимы, так что и о них не стоит молиться. И до чего мы доходим? Мы просто перестаем воздавать молитвы о своих проблемах. Я хотела бы, чтобы вы видели своим мысленным взором лучи фиолетового пламени, пронизывающие то, что обременяет ваше сердце, вашу душу, ваши отношения, семью, город, столицу вашей страны, правительство. Увидьте, как этот луч направляется во все страны на земле. Фиолетовое пламя посылается Богом, чтобы мы использовали его. Действие пламени — это действие Бога в нас. Говоря «Я есть фиолетовое пламя в действии ныне во мне», вы тем самым утверждаете, что все ваше существо является проявлением действия Божьего фиолетового пламени. Давайте прочитаем вместе это веление. I am the violet flame, in action in me now. I am the violet flame, to light alone I bow. I am the violet flame, in mighty cosmic power. I am the light of God, shining every hour. I am the violet flame, blazing like the sun. I am God's sacred power, freeing everyone. I am the violet flame in action in me now. I am the violet flame to light alone I bow. I am the violet flame in mighty cosmic power. I am the light of God shining every hour. I am the violet flame blazing like a sun. I am God's sacred power freeing everyone. I am the violet flame in action in me now. I am the violet flame to light alone I bow. I am the violet flame in mighty cosmic power.
I am the light of God shining every hour. I am the violet flame blazing like the sun. I am God's sacred power freeing everyone. Архангел Эзекиил говорит: «Мы с радостью наблюдаем с внутренних уровней за теми огромными усилиями, которые вы прикладываете для трансмутации слоев вашей кармы. Вот вы сидите, окруженный разного рода негативными мыслями, вращающимися в вашей ауре. Затем вы решаете призвать фиолетовое пламя. И вот могущественная сила седьмого луча начинает действовать, подобно гигантскому электроду космической энергии. И ангелы собираются вокруг вас. Протянув руки, они направляют через ваше тело и ауру дугу фиолетового луча. И по мере того, как эта дуга проносится через ваше существо, она выжигает все негативные состояния, и они буквально исчезают из вашего сердца и ума». Эзекиил говорит: «Фиолетовое пламя, текущее с великим потоком Святого Духа, освобождает от искаженной энергии каждую частицу, которой касается. Позвольте мне объяснить, как мы час за часом, мгновение за мгновением квалифицируем приходящую к нам энергию. Давайте посмотрим на схему «Я есть присутствие». Мы видим белую линию, идущую вниз от верхней фигуры, из сердца Бога в ваше сердце. Это кристальная струна. В Библии она упоминается как серебряная цепочка. Она похожа на пуповину, которая привязывает вас через ваше сердце к сердцу Бога в великом центральном солнце. По этой кристальной струне течет энергия Бога. То кристально чистая река жизни, о которой говорится в Откровении. Эта кристальная струна была когда-то величиной со столб света, во всю ширину столба света. Но после ухода из небесного мира и под воздействием мятежных ангелов мы начали искажать энергию Бога. Каждый раз, когда мы впадали в гнев в прошлом или когда сердимся в настоящем, мы тем самым лжеквалифицируем свет Бога, что течет через нас. И этот искаженный свет идет через наши чакры в мир и, приумножив мировой моментум гнева, в конечном итоге возвращается к порогу нашего дома в виде какого-то бедствия. И нам приходится так или иначе иметь с ним дело. Итак, любыми нашими недобрыми или нечистыми чувствами мы лжеквалифицируем свет Бога. Ваши мысли связаны со светом. Вы не можете подумать, не имея потока света. Итак, ваши мысли, чувства, слова и действия могут создать хорошую карму, если вы сеяли повсюду милосердие, добро и любовь. Таким образом, вы верно окрасите энергию Бога. Божья энергия светлая и чистая, как кристалл. У нее изначально нет цвета. Посылаемая вами, она окрашивается цветом вашей вибрации. То может быть розовый цвет любви, или же желтый цвет просвещения, когда вы учите кого-то. Цвет может стать голубым, если вы излучаете волю Бога и обладаете сильной верой, что отражается в вашей ауре. У множества людей, имеющих сильную веру в Бога, ауры просто наполнены голубым пламенем. Есть и другие цвета. Зеленым окрашены ваши мысли об исцелении. Под зеленым, пятым лучом, мы находим целительство, науку, все формы науки. Там же музыка, знания об изобильной жизни, экономика, бизнес и так далее. Если вы окрашиваете энергию таким образом, то увеличиваете зеленый цвет в своей ауре. Есть и белый цвет чистоты, и фиолетовое пламя радости и свободы, и жемчужный цвет пламени воскресения, указывающий на то, что ваши энергии поднимаются, и вы находитесь в сонастрое с живым Христом. Итак, аура окрашивается в цвет, который отражает то, что вы делаете с энергией, текущей к вам днем и ночью. Пока вы живете и дышите, эта энергия течет к вам. Если вы лжеквалифицируете ее чем-то негативным, то творите карму. Итак, карма проходит полный круг, собирает ей подобное и возвращается назад к порогу вашего дома. И, возможно, вы сердитесь на Бога или на своего соседа, или на самого себя за какую-то неудачу, выпавшую на вашу долю. Но, по сути, то, что постигло вас, это ваша собственная возвращающаяся карма. Когда вы сеете добрые позитивные вибрации и моментумы, то они, обращаясь вокруг Земли, собирают им подобные, и вы благословляете все живое повсюду каждый раз, когда посылаете любовь и доброту.
Эта энергия умножается, оборачиваясь вокруг Земли, возвращается к вам и поднимается в ваше каузальное тело, увеличивая его кольца. И то, чему вы уделяете наибольшее внимание в жизни, отразится в соответствующей сфере. Например, если вы преподаватель, если учите людей, то будете увеличивать желтую сферу своего каузального тела. Каузальное тело — это ваша звезда. Иисус сказал о ней: «Звезда от звезды разнится в славе». Это значит, что ваше каузальное тело уникально, потому что вы неповторимым образом привели в движение причинно-следственные связи и создали накопление на вашем счете в небесном банке, как сказали бы владыки. Ваше каузальное тело — это ваш счет в банке. Это место, где вы храните свои сокровища на небесах. Итак, подобные вибрации притягиваются к одной из тех сфер. И, как я говорила вам вчера, цвет сфер соответствует подобным им энергиям в чакрах. Таков процесс окрашивания вами используемой энергии. Что же мы делаем, используя фиолетовое пламя? Мы вызываем назад посланную нами негативную энергию, то есть негативную карму, и с помощью фиолетового пламени, подаренного нам Богом, трансмутируем эти записи, трансмутируем весь тот негативный моментум, посылая благословение любой частицы жизни, которой мы причинили боль, нанесли обиду или которая принесла вред нам. Так фиолетовое пламя помогает балансировать нашу карму. Другой способ балансирования кармы — через служение, которое мы оказываем людям, через нашу повседневную работу. Если вам не нравится работа, которую вы выполняете, если вы ее ненавидите и постоянно посылаете в мир эту вибрацию, то, по сути, ничего не достигаете в жизни, ибо не переставая творить негативную карму своими негативными вибрациями, заставляя тех, кто работает с вами, нести эту ношу и обременяя весь свой бизнес. Итак, очень важно обрести мир с Богом. Если работа вам не нравится, найдите что-то хорошее в ней. Например, это сам факт, что у вас есть работа, которая позволяет вам двигаться вперед, дает возможность получить дальнейшее образование и подготовить себя к работе, которая вам больше по душе. Самое худшее, что вы можете сделать, это решить, что несчастны, и сохранять такое подавленное состояние год за годом. Это бесполезная трата времени в жизни и создание массы кармы вследствие вибраций, под тяжестью которой сгибаются все вокруг вас. Итак, что Архангел Заткиил и Святая Аметиста, Сен-Жермен и все, кто служит на седьмом луче, делают для нас, так это учат нас нести ответственность за свободу. Да, вы свободны ненавидеть и свободны любить. Кто останавливает вас? Никто. Вы сами пожинаете плоды своих слов и дел. Почему бы не пожать плоды света, не перейти в следующий класс в школе жизни, а не оставаться снова и снова на второй год из-за того, что вы никак не можете справиться со своими обидами или чем-то еще? Итак, вы видите, как важно, чтобы вы отнеслись ко всему живому с истинной, искренней любовью и всегда находили причину любить, ибо знаете, что Бог живет в каждом человеческом сердце, и этого достаточно, чтобы любить людей, а не критиковать и осуждать их. Итак, Заткиил продолжает рассказывать нам о фиолетовом пламени. Пламя ласкает материю. Всюду, где есть благоприятная возможность, где есть приглашение, огни свободы начинают действовать, и ангелы Заткиила и святой Аметисты помещают там фиолетовое пламя. Воистину, оно является вселенским растворителем, который искали алхимики испокон веков. Как вы знаете, алхимия считается средневековой наукой. Алхимики искали способы трансмутации простых металлов в золото, а также универсальные лекарства от болезней и средства для удлинения жизни. В широком смысле слово «алхимия» значит «сила» или «процесс», превращающий что-то обычное во что-то особенное. Это также необъяснимая или чудесная трансмутация. Алхимия — наука самотрансформации. Ключ к самотрансформации — фиолетовое пламя. Сен-Жермен учит нас: каждый опыт в жизни может быть трансмутирован и преобразован в духовное переживание. Архангел Заткиил сказал: «Я храню в своем сердце тайны алхимии. Призывайте ко мне, если желаете, и я открою их вам».
Сен-Жермен дал свое учение об алхимии в книге, опубликованной в 60-е годы. Она называется «Курс алхимии. Наука самотрансформации». Эта книга переведена на многие языки и доступна во многих странах мира. Это учение действительно учит самотрансформации. Сен-Жермен дал нам алхимические формулы для самоовладения. Он учит нас визуализировать и создавать облако. Помните, что сказано в Писании о том, как Иисус скрылся в Иерусалиме из вида апостолов? Там сказано, «Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». Это поразительное утверждение. Во второй части книги Сен-Жермен учит нас, как с помощью медитации, мантры, науки чтения и велений собрать свет Бога вокруг себя, вокруг города или вокруг места, где разразился международный кризис. You're watching Elizabeth Clare Prophet, world-renowned author and founder of Summit University. Summit University is located at the beautiful Royal Teton Ranch in Park County, Montana, just north of Yellowstone National Park. If you'd like more information, call 1-800-245-5445. That's 1-800-245-5445. Из всех ангелов, которых мы изучаем, именно ангелы седьмого луча, архангел Зидкиил и святая Аметиста учат нас, как творить чудеса в своей жизни. Чудеса всегда являются отображением неизвестной или неизученной нами науки. Каждое чудо, сотворенное когда-либо Иисусом, было исполнением космического закона. Фиолетовое пламя, вследствие своей близости к вибрациям физических атомов, составляющих наши собственные тела, является пламенем и лучом, который мы используем для всех чудес. И если вы начнете ежедневно использовать фиолетовое пламя, призывая его, как это делаем мы, то и в вашу жизнь придет то, что кажется чудом. Но вы будете понимать, что за этим чудом стоит наука. Наука, которую вы, возможно, еще не поняли и не изучили, но она работает и описывает процессы, происходящие в вашем существе под действием фиолетового пламени. Зидкиил говорит, использование фиолетового трансмутирующего пламени дает возможность сделать величайший шаг в личном развитии. Он не объясняет почему, но продолжает повторять это нам день за днем, как, впрочем, и другие владыки фиолетового пламени, ибо результаты грандиозны. Один из учеников Сен-Жермена свидетельствовал о преображающей силе фиолетового пламени. Он сказал, «Фиолетовое пламя исцелило меня. В течение многих лет я ходил на консультации к психологам. Они помогли мне увидеть причины моих проблем, но как я мог их изменить? Потом я нашел науку изреченного слова. Я стал ежедневно давать веления фиолетового пламени, и это работало. Всесильное фиолетовое пламя проникло в глубоко запрятанные обиды, о существовании которых я и не подозревал, пока не увидел, как они отправляются в пламя. Оно растворило их. Я вышел из фиолетового пламени здоровым, сильным и благодарным, и теперь я полагаюсь на него каждый день». Другой ученик сказал, «Когда бы я ни начал призывать фиолетовое пламя, я сразу чувствовал себя более сосредоточенным и полным ясности. Если у меня были сомнения в том, кто я и как подойти к решению сложной ситуации, то фиолетовое пламя немедленно вносило ясность, расставляло все на свои места и помогало мне принять верное решение. Оно сглаживает все недостатки в моем уме и эмоциях». Вот что сказал Сен-Жермен о преимуществах, которые вы получаете, если даете веление фиолетового пламени. Одним из вас использование фиолетового пламени позволяет уравновесить значительное количество кармы. У других воистину растворяется черствость сердца вокруг сердечной чакры. Исключение из рациона красного мяса и молочных продуктов ускоряет этот процесс. Вы открываете в себе новую любовь, новое сострадание, новое восприятие жизни, новую свободу и новую радость стремления к этой свободе. Фиолетовое пламя помогает в семейных взаимоотношениях.
Она дает вам свободу уравновесить старые кармические проблемы, забыть прошлые обиды и указывает высший путь к обретению окончательной духовной свободы. Практически невозможно предоставить исчерпывающий список всех благ, которые сулит использование фиолетового пламени. Его алхимия в личности воистину всеохватывающая. Фиолетовое пламя борется с внутренним расколом, лежащим в корне психологических проблем, заложенных еще в раннем детстве и в прошлых жизнях, включая те, что создали в записях подсознания глубокие колеи, от которых вы не могли избавиться многие воплощения. При этом, надо сказать, что фиолетовое пламя, несмотря на его эффективность в решении психологических проблем, не является заменой советом врачей и профессионалов. Фиолетовое пламя — это дополнение и помощник. Сен-Жермен, возлюбленная Мария, мать Иисуса, и Эль-Мория говорили нам, что мы можем остановиться в продвижении на духовном пути, если не будем старательно искать разрешение собственных психологических проблем. Дело в том, что в основе их лежат записи, а фиолетовое пламя трансмутирует негативные записи. Если вы пройдете все виды лечения у врачей и психологов, но не будете использовать фиолетовое пламя, то хоть у вас и будет полное понимание того, почему вы такие, какие есть, и почему делаете то, что делаете, это вовсе не обязательно приведет к нужным изменениям в вас. Какие-то изменения могут произойти, но записи кармы определенно нуждаются в трансмутации фиолетовым пламенем, и пламя сделает весь опыт возможным, легко переносимым и весьма осуществимым. Фиолетовое пламя дает вам физическую поддержку. Заткиил и святая Аметиста сказали, «Зачем ждать и смотреть, как слабо горит свеча вашей жизни? Вы можете перезарядить ваше тело фиолетовым пламенем. Не думаете ли вы, что Бог не способен оживить атомы, клетки, молекулы вашего тела, залив их фиолетовым пламенем и дав вам пыл вечной молодости? Разве открытия науки не говорят вам о силе, заключенной в самом атоме? Фиолетовое пламя обладает бесконечно большей силой, чем один атом. Поэтому говорю вам, зарядите себя этой энергией. Используйте фиолетовый огонь. Фиолетовое пламя — это пламя радости. Легионы Заткиила и Святой Аметисты поддерживают горячее пламя радостного устремления к свободе планеты Земля 24 часа в сутки. Знайте, что когда вы чувствуете пылкое дыхание свободы в Америке или любой стране мира, то радость эта идет от седьмого луча, луча Водолея. Так пусть же радость трехлепесткового пламени, что горит в вас, победит все записи неудач и чувства потерь. Очень многие живут, нося записи о том, как взрослый, учитель, родитель, человек, который пользовался у вас авторитетом, принижал нас, подводил, ставил в трудное положение, говорил, что мы бесполезны, никуда не годны, а мы продолжали делать свое дело и даже не думали об этом. Мы продолжали работать. Лишь иногда мы чувствовали некоторую горечь от того, что уничижительные слова того человека застряли в нас, так как он пользовался нашим уважением. Что ж, фиолетовое пламя способно стереть и такое. Но и вам придется отпустить эту ситуацию и не принимать идею, что вы ни на что не годитесь, не имеете никакой ценности. Вы не должны принимать подобные утверждения, потому что в вас живет Бог, а Его ценность превыше всего. Вам нужно стремиться обрести связь с Богом в себе и более не поддаваться на негативные суждения людей, посланные в ваш адрес. Заткиил говорит, что радость — двигатель жизни, а фиолетовое пламя — его топливо. Заткиил и святая Аметиста советуют не относиться к себе слишком серьезно. Английский писатель Честертон однажды сказал, «Ангелы могут летать, потому что не принимают себя всерьез». Вам не стоит слишком серьезно относиться к себе, потому что через 5 минут вы уже будете другим человеком, ибо использовали фиолетовое пламя. Так что не зацикливайтесь на себе. Вместо этого призовите закон прощения. Прощение и милосердие – действие фиолетового пламени. Пошлите это пламя всем, кто когда-либо обидел вас, и всем обиженным вами когда-либо. И делайте это каждый день. Затем поместите все обиды и душевные страдания в фиолетовое пламя и отпустите их. Отпустите их, отпустите, и не берите их назад. Даже не смотрите на них больше.
Просто позвольте им отправиться в пламя и радуйтесь. Заткиил говорит о важности освобождения от всей критики и осуждения и суждения о вас со стороны других людей. Развлечение вашего сердца, развлечение духа в силы Святого Духа — это вопрос другой. Но принижение людей своими мыслями и словами, критика, осуждение и суд над ними, подобные действия несут ужасную, убийственную энергию. И поступать так с людьми жестоко и бессердечно. Обычно это происходит, когда нам хочется улучшить представление о самом себе, и нам кажется, что мы достигнем этого и обретем больше вес в собственных глазах, если принизим другого. Вы не сможете никакими мыслями или чувствами, несущими критику, суд и осуждение человеку, завоевать даже каплю свободы для этой души или для своей собственной. Такие действия лишь связывают. Они связывают вас. Они связывают другого человека и привязывают вас к нему. И вы творите негативную карму каждый раз, когда допускаете подобные мысли. Я думаю, важно, чтобы каждый из нас посвящал как минимум 15 минут в день велениям фиолетового пламени, призывая его для себя и для нашей планеты и ее будущего. У нас есть 4 кассеты фиолетового пламени и еще 2 для элементалов, существ природы. Используя эти кассеты, вы сможете читать для них веления и помочь поддерживать чистоту на планете. На этих пленках не только веления, но и песни. Если вы хотите постоянно носить с собой изображение фиолетового пламени, то фокус, который вы видите, хорошо подойдет для этой цели. Мы прикованы к этой планете обстоятельствами своей жизни. Никто не может по своему желанию сбежать с этой планеты. Мы застряли здесь, и все страдаем от загрязнения окружающей среды. И решение проблемы — фиолетовое пламя. Заткиил хочет, чтобы вы знали, что когда вы призываете свет, ангелы фиолетового пламени, легионы ангелов, миллионы ангелов седьмого луча ответят на ваш призыв. Они ежедневно видят приходящую волну мировой кармы, а затем ее отлив, когда хранители пламени по всему миру призывают фиолетовое пламя, тем самым смягчая воздействие мировой кармы. Архангелы говорят, что не могут вмешиваться в наши дела, пока мы не сделаем призыв. Я уже объясняла это раньше, но повторю, потому что очень важно, чтобы вы понимали, почему нам нужно читать и читать веления, и почему ангелы не могут просто приходить и помогать нам. Дело в том, что мы ушли от Бога. Мы скомпрометировали себя и находимся сейчас в состоянии человеческого несовершенства. Бог сказал, «Вы ушли, посему я даю вам эту планету, царство подножия. У вас есть здесь свободная воля в определенных пределах». То есть вы не обладаете неограниченной свободной волей. Итак, если вы хотите, чтобы мы пришли в вашу жизнь и заступились за вас, то вам нужно попросить об этом. Ведь давным-давно вы отвергли Божью волю. Вы решили тогда поступать по-своему. Итак, Бог и его ангелы дают вам свободу, полную свободу выбора. Если хотите заступничество, вам придется попросить о нем. И только если вы попросите, то получите его. Как успешно творить чудеса для изменения положения в мире? Во-первых, нужно иметь веру в силу архангелов вызывать изменения. Пусть ваша аура ярко горит верой в Бога, в Христа, в огонь, что Бог поместил в ваше сердце, в ангелов и в то, что они ответят на ваши призывы. И хотя ответ не обязательно будет таким, какого мы ожидаем, но он непременно придет. Легионы фиолетового пламени могут помочь изменить любые негативные условия на планете Земля. Это подкрепление, наиболее близкое к физической октаве. Во-вторых, очень важно, чтобы ваши призывы были конкретными. В мире множество несправедливостей. Проследите за тем, чтобы не растрачивать свои боеприпасы, бестолку стреляя налево и направо, не имея при этом точного ориентира. Вместо этого проанализируйте происходящее
происходящее в мире. Выберите то, за что, по-вашему, стоит бороться, и направляйте туда энергию. Например, серьезная проблема в Америке — безграмотность, потому что если люди не умеют читать, то не смогут ничего добиться. Им будет не только трудно зарабатывать на жизнь, но они не смогут следовать духовному пути и стремиться к увеличению своего осознавания. Итак, выберите одну или две цели и упорно работайте, используя веление и медитацию. Активно участвуйте в работе групп, любых групп, где практикуют учение, и ставя перед собой те же цели, что и вы. Читайте веления на выбранные вами ситуации. Помогите другим людям, кто работает над решением той же проблемы, но не знает о силе и науке велений. Соедините свои усилия. Работайте с фиолетовым пламенем дома и посмотрите, как все замечательно сложится, потому что вы внесли свой вклад, читая веления. Третье. Посылайте снаряды фиолетового пламени. Интересно, сколько из присутствующих здесь хранителей пламени помнят диктовку, в которой об этом сказано? Задкиил говорит, в ответ на ваши призывы мы посылаем снаряды фиолетового пламени. Что это за снаряды? Это духовные ракеты фиолетового огня, спрессованного до такой степени, что они способны растворить многие слои записей злых деяний падших ангелов на планете Земля. Требуется настойчивость и ежедневная самодисциплина, чтобы в час нужды вы были наготове. Вы можете сделать призыв, чтобы эти снаряды фиолетового огня проникли в физическое тело Земли и спасли людей. Ведь с Богом все возможно. Четвертое. Пропитайте свою ауру фиолетовым пламенем. Представьте свою ауру в виде фонтана фиолетового пламени, чтобы все, кого вы встречаете, могли напиться у этого фонтана света. Всегда имейте фиолетовое пламя, чтобы поделиться им с теми, кто в нужде. Бывает слишком поздно, когда несчастный случай уже произошел. Вам нужно, чтобы фиолетовое пламя, накопленное вами, всегда окружало вас. Задкиил говорит, чтобы изменить мировые пророчества, фиолетовое пламя должно пройти из царства света на землю через вас, ваши ауры и чакры, ко всем, кто нуждается в нем. Это актуально, как никогда ранее. Божественное заступничество должно быть закреплено на земле через святых воплощений, то есть через тех из нас, кто живет сейчас на земле и хочет посвятить свою жизнь этой работе. Мелхиседек, Иисус, Енох, Илия, Елисей и другие адепты во все века использовали алхимию фиолетового пламени, чтобы исцелять и творить чудеса, давать пророчества и вершить суд. Фиолетовое пламя, которым были пропитаны их ауры, было тем средством, что позволяло им уравновешивать мировую карму. Карма мира весьма тяжела в настоящее время. Мы, по сути, имеем дело в этом десятилетии 90-х годов 20 века с мировой кармой за 25 800 лет, которая была на время отложена, так как Иисус Христос согласился нести ее. Он нес грехи мира. В начале этого десятилетия Иисус сказал, «Путь перед вами, у вас есть фиолетовое пламя». Вы должны сами начать нести бремя своей собственной кармы. Иисус не забирал наши грехи навсегда. Он простил нас, дабы мы могли снова воплотиться и жить, чтобы сбалансировать ту карму. Христианство вводит людей в заблуждение, говоря, будто нам не нужно ничего делать, кроме как признать, что Иисус — наш Господь и Спаситель. И якобы этого достаточно, чтобы попали на небеса. В христианском учении также нет места реинкарнации. Что ж, реальность такова, и это записано в Писании, что каждый человек понесет свое бремя. Бремя, о котором говорится в Библии, — это бремя нашей кармы. Итак, становится тяжелее. Мы видим смертельные болезни, приходящие на Землю. Жизнь стала более трудной. Экономика испытывает проблемы. Сложнее стало с работой. Кажется, что выполнение любого дела требует больших усилий. Было проще в 80-е,
Намного проще в 70-е, а в 60-е и 50-е работа была легче легкого. Итак, жизнь стала труднее. Нам действительно приходится тяжело трудиться, чтобы сделать что-то сегодня. И причина в бремени кармы. И потому нам нужно фиолетовое пламя. Это вовсе не случайно, что вы собрались сегодня здесь. Ваш ангел-хранитель и легионы седьмого луча привели вас сюда, потому что ваша душа готова получить фиолетовое пламя прямо от архангела Заткиила и святой Аметисты. Чудеса — дар от Сен-Жермена. Моментум фиолетового пламени, который вы наращиваете в своей ауре по мере чтения и велений день за днем, позволит вам примагнитить достаточно большое количество фиолетового пламени, чтобы в час нужды, как раз когда вам это нужно, могло произойти чудо. Сколько раз вы слышали, как кто-то произносил, либо как вы сами говорили, «О Боже, мне так необходимо сейчас чудо». Что ж, вы можете совершить чудо, если в вашей ауре будет фиолетовое пламя. Просто позаботьтесь о том, чтобы у вас было его достаточно, и получите необходимое в час нужды. Пятое. Ключ к изменению — включение в работу. Открытой дверью для света в физической октаве являетесь вы и сила изреченного слова, используя которую вы читаете веления, разоблачаете все несправедливости в вашем обществе и протестуете против них. Вы — открытая дверь, через которую фиолетовое пламя приходит на землю. Молитесь у своего алтаря, а затем идите и отстаивайте все области, где жизнь поставлена под угрозу. Вы — открытая дверь для безопасности, для спасения вашего города и планеты в целом. Я хочу дать вам пример заступничества ангелов. В декабре 92 года вышла статья в местном журнале о женщине, ее зовут Эйлин Фриман, которая утверждает, что однажды ангел спас ей жизнь. «Я жила в Нью-Йорке и однажды пошла в гости к подруге, жившей по соседству», — рассказывает она. «Я была готова войти в дом, когда почувствовала руку на плече, но рядом никого не было. Затем я услышала голос, сказавший, «Не мудро входить туда сейчас». Напротив дома через дорогу была церковь, и я решила зайти туда. Когда я вышла из нее через несколько минут, полиция окружила все здание, где жила моя подруга, а в лифте дома только что убили женщину. Меня спасла рука ангела. Вот другая история, которая была напечатана в декабрьском номере семейного журнала 92 года. Лицо машиниста покраснело, когда он резко закричал на девочку перед собой. «Убирайся с дороги! Прочь! Двигайся быстрее!» Он размахивал руками, свистел в свисток, но 14-летняя Мэрилин не могла сдвинуться с места. Она чувствовала, будто ее ноги приросли к асфальту. Это была пятница, теплый весенний день 46 года. Мэрилин, первокурсница из Иллинойса, возвращалась домой из колледжа. Хотя обычно она с нетерпением ждала выходных, чтобы навестить родных, в этот день она чувствовала себя угнетенной. Она только что узнала, что ее учительница, которую она любила и уважала, умирает от рака. Не обращая внимания на происходившее вокруг, опустив голову, Мэрилин сошла на своей станции и побрела домой. Переходя пути, она услышала грохот, заставивший ее поднять глаза. Приближавшийся поезд был настолько близко, что она увидела голубые глаза машиниста и его испуганное лицо. Она знала, что он уже не сможет успеть затормозить, но была буквально парализована страхом. Она подумала, «Поезд вот-вот собьет меня и отправит на небеса, но я еще не хочу уходить». Вдруг, будто какой-то великан толкнул ее сзади. Она перелетела через рельсы и упала рядом на гаревую дорожку. Переполненная благодарностью, не заботясь о своих поцарапанных руках и коленках, девочка вскочила, желая увидеть, кто вытолкнул ее в безопасное место. После того, как поезд промчался мимо, она посмотрела в обоих направлениях, но никого не увидела. «Мой ангел-хранитель спас меня», — подумала девочка. «Кто же еще мог это сделать?»
Многие годы она не хотела рассказывать эту историю никому, кроме матери. Я не хотела, чтобы люди подумали, что я какая-то странная. Но это событие перевернуло мою жизнь. Оно родило во мне желание сделать что-то стоящее в жизни, стать ангелом на земле. Я хотела бы, чтобы вы все задумались над этой историей и стали земными ангелами. Ангелами, которые заботятся не только о себе и своих родных, но и о других людях на планете. Спасибо всем за то, что позволили мне поделиться с вами этими учениями. For more information on how angels can make a difference in your life, call toll-free 1-800-245-5445. The preceding program was presented by Summit University, Box 5000, Livingston, Montana, 59047-5000. If you'd like to know more, call this number or write this address. For a free book on the spiritual path, call 1-800-245-5445. That's 1-800-245-5445.